Масштабную денежную аферу раскрыла киберполиция. Мошенники, отбывающие срок в колониях, названивали украинцам и сообщали, что их родственники якобы попали в полицию и просили срочно перевести деньги. Кроме того, рассылали фейковые смс от имени Ощад и Приватбанка. Организатор аферы находился в колонии на оккупированной территории в Луганской области. Его взяли, когда он, отбыв срок, попытался вернуться на подконтрольную Украине территорию. Задержали и сообщество. В Полтавском СИЗО сумму ущерба оценивают в 1,3 миллиона гривен.